первые результаты работы сайта домена школы. Домен приобретен 10 января. Сайт открыт 11 января. Сегодня 22 января. Вот за это время посмотрим статистику. Статистика такая, что ее надо изучать. Пока у нас на графиках будут показываться, собираются все данные по посещениям, по вернувшимся посетителям, новым пользователям и трафик переходов. Надо показывать все. Можно отслеживать трафик переходов, разовых посетителей, трафик планшетов, смартфонов, мобильных. Можно рассматривать отказы. Люди, которые зашли и сразу вышли. Вот посмотрим сейчас график, как меняется в динамике. По горизонтали отложены посещения, а нам бы здесь время отложить. Первое это 10 число, это 21 число. То есть время направлено направо. Смотрим, что у нас получается. 11, 12, 13, 14, 15, 16 поменьше, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Понедельник достигнут максимум 40 с чем-то процентов. Можно посмотреть в виде диаграммы. Синим цветом у нас обозначен мобильный телефон, а это стационарные компьютеры. В виде графика это рисуется так. Максимум достигнут 21 числа. Минимум 3,6 человек суббота-воскресенье. Статистика представлена в таблице. Всех посещений за 9 дней 83 человека, вернувшихся 63 повторно, в среднем по сайту 3 страницы, но поскольку сейчас 3 страницы на сайте, средняя продолжительность. Средняя продолжительность почти 8 минут, то есть люди что-то смотрят. Вот первые впечатления, которые есть. Мобильник только один был. Я не заходил, так что кто-то из школьников. Все посещения, вернувшихся 63. Будем разбираться с этой статистикой. Ну, возможности есть. Оценивание сложности сетевых коммуникаций.